Всем огромный-огромный привет! И сейчас я вам хочу показать свою закупку продуктов на 1900 рублей. Я сегодня была в нескольких магазинах. Это Вкусвилл, Пятерочка и Семишагов. Ну и давайте же я вам покажу. Начнем с молочных продуктов. Здесь у меня веселый молочник. Это Снежок, 2,5%. Снежок сладкий. У меня его дети любят на полдник. Здесь 470 грамм в упаковке. Очень вкусный и тоже вот периодически его покупаю. Или же биолакты сладкие. Свежее завтра. Вот такая вот ряженка. Здесь 750 грамм в упаковке. 2,5%. Мы ее можем и так пить. Или, например, очень вкусные из нее панкейки получаются. В общем, поэтому всегда беру, чтобы у меня в холодильнике была упаковочка вот этой ряженки. Для кофе, какао я взяла взбитые сливки, Альпенгурт, классик, 150 грамм в этой бутылочке. У меня и дети тоже цикорий пьют, глядя на меня вот с такими вот сливками. В общем, очень вкусно, поэтому постоянная наша покупочка постоянно должна быть в холодильнике. Молоко взяла снова такое же, которое вам уже показывала, 3,2% литр на каши и, возможно, блинчики. Что-то из этого. Взяла сметану пискаревскую. 450 грамм упаковки, 15%. Я до этого брала маленькую упаковочку. И, как ни странно, эта сметана мне очень понравилась. Детям тоже понравилась. Поэтому взяла в этот раз вот такую большую. Срок годности у нее всего 12 суток. Еще из молочки я взяла творог. Так как творог мы любим. Любим все. Муж у меня тоже просто обожает творог, поэтому взяла две упаковки, село зеленое, 5%, и в этой упаковочке полкило взяла две. Так, и масло сливочное, уже третий раз повторяю эту покупку, Нева Милк, 82,5%, 180 грамм. Это сладко-сливочное, не соленое масло, очень оно вкусное. Так, по мясному я взяла только куриное филе. Филе грудки цыпленка бройлера взяла во Вкусвилле, и оно было со скидочкой. Здесь 891 грамм за 185 рублей. Сейчас буду из него готовить, поэтому купила именно это филе. А так у меня еще есть индейка и рыба, поэтому больше мне пока ничего не нужно было. Из фруктов взяла вот такой огромный пакет яблок Golden. Они такие не крупные, я бы сказала, средненькие. Но как раз вот детям удобно такие есть. Здесь 1,5 килограмма в пакете. Взяла в этот раз только такие, потому что красные еще есть яблочки. Также бананы. Бананы у нас постоянно заканчиваются, поэтому постоянно в каждой покупке вы их можете видеть. Взяла одну веточку. Больше просто никакие не приглянулись. Хотелось бы, конечно, взять побольше. И также во Вкусвилл взяла красный картофель. Но там такая же была беда, как и с бананами, в принципе. Картофель был вообще, ну, не выбрать. Вот выбрала немного. Хотелось бы, конечно, взять побольше. Так, и давайте уже по таким вкусняшкам всяким пройдемся. Микс-бар я вам как-то показывала. Арахис жареный, соленый, 80 грамм. Снова взяла одну упаковочку. Очень вкусный, нам всем понравился. Могу посоветовать. Так, снова опять же повтор, лаваш армянский по-деревенски из Вкусвилла. Очень вкусный, качественный, 220 грамм в упаковке. Здесь много вот таких вот лепешечек. И действительно, он и детям нравится, и нам сюда можно что-то завернуть в виде шавермы, либо какие-то конвертики сделать. С начинкой, в общем, очень вкусный лавашик, и состав, конечно же, у него отличный. Первый раз во Вкусвилл взяла кефир вот такой вот ванильный на пробу. У меня дочке нельзя шоколад, поэтому вот я покупаю что-то такое, решила взять вот такой вот зефир, 250 грамм в упаковке, надеюсь, ей понравится. Мед, у нас закончился мед, взяла вот такой вот мед липовый Потапыч.
Здесь у нас сколько? 250 грамм в баночке. Очень такая была привлекательная цена. Это в магазине Семишаков. Почитала, в принципе, ничему не отличается от других медов в других магазинах. Поэтому вот взяла такой на пробу. Ну и выглядит он, конечно, замечательно. Посмотрела, в общем-то, дата изготовления сентябрь. Надеюсь, мед будет вкусный. Если пробовали такой, то напишите, пожалуйста, в комментариях, как он вам. Так, ну и остались у меня тут такие вкусняшечки-вкусняшечки. В Пятерочке увидела вот такой вот шоколад. Если честно, раньше еще не видела такую фирму. Это испанский шоколад. И здесь 175 грамм в упаковке. Это белый с фундуком. Состав у него отличный. И да, изготовитель Испании. В общем, будем пробовать. Надеюсь, нам понравится. Ну и также Пятерочки взяла нутеллу, 350 грамм баночка. Это у меня муж обожает и завтракает вот такой вот штукой, делает бутерброды, поэтому у нас закончилось, я приобрела. Вот, в общем-то, это все покупки, которые я сегодня совершила. Они были такие немногочисленные. На этом буду с вами прощаться. Пожелаю вам всего самого-самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока!